Всем привет. С вами Грейн Литспли. И сегодня я снова в своем родном прифронтовом городе. В Европе что-то слишком много заморочек с машинистами. Мне не разрешили сесть в кабину состава пьяным. Запретили девок прокатить в кабине. Ну, короче, дома из дома. Дома всегда было лучше. Тем более мне здесь зарплату предложили высокую за опасность работы в прифронтовом городе. Короче, накоплю деньги, куплю себе Байрактар или другой беспилотник. Возьму стул. Присверлю я его к беспилотнику и буду летать. Я всегда мечтал о небольшом самолете. И еще я слышал, что с беспилотника можно ракеты небольшие запускать. На Хэллоуин полечу в Крым и будет у крымчан настоящая хэллоуинская атмосфера. Ладно, это шутки. Но про беспилотник со стулом я не пошутил. Очень хорошая идея. Ты что сказал про Крым так и... Не, а нацист грабанный. В Крыму не так громко сейчас. Да, я пошутил. Женщина, я просто рассказал, как я могу помочь людям весело отпраздновать Хэллоуин. И я не неонацист, я не классицист. Господи, что я сказал? Сам даже не знаю. Вспомнилось какое-то странное слово из школьного предмета искусства. Да мне пох... что-то неоклассицист, хотя неоклассицизм я люблю. Здания в этом стиле действительно неплохие. Но лучше открой дверь. Я тебе там сейчас пи***ы дам. За что? Я пошутил по поводу Крыма. Да при чем здесь Крым? Забудь про Крым, ты индюшатина тупорылая. Открой дверь, свинята лошарная. Или ты хочешь, чтобы я превратилась в бабку-террористку? Ты вообще кто? Я баба-яга. Открой дверь, лошара пиндосская. Что такое лошара пиндосская? Я таких слов не знаю. Баба-яга, отстань. Я не полечу в Крым на Хэллоуин. Забудь про Крым. Мы уже давно про это не говорим. Открой дверь, чурка ты афроазиатская. Как же я люблю советские поезда за их очень крепкие двери. На новых составах уже дверь вырвала бы эта бабка. Да черт возьми. Меня уже задолбала эта неуравновешенная идиотка. Слышь, ты баба-яга. Пошла ты в задницу как можно скорее. Блин, я боюсь, что даже советские двери не смогут выдержать гнев этой сумасшедшей бабушки. Нет, надо звонить диспетчеру. Прием. Диспетчер. Тут у меня такая неординарная ситуация произошла. Сразу говорю, что я не курил и не пил, хотя утром от рюмки коньяка не отказался. Но это не важно. Короче, на меня напала баба-яга и хочет меня, видимо, убить. Пожалуйста, помогите мне срочно. Открой дверь, а то я тебя вилами нахрен проткну. Ты еще получишь отморозок свиноподобный. Диспетчер, почему вы смеетесь? Вы слышали, на заднем плане баба-яга угрожала мне вилками, точнее вилами. Если вы не курили и не пили, то явно кололись и попали в сказку. До свидания. Да ёкарный бабай. Почему он мне не поверил? Козел драный этот диспетчер. Я ему серьезные вещи рассказываю, а он ржет в трубку. Вот идиотина такая. Ладно, придется самому искать выход из этой сложной ситуации. Ой, я только сейчас понял, что иду не в советском составе, а в современном. Наверное, у меня действительно глюки из-за рюмки коньяка утром. Хотя рюмка ничего же глобального не может сделать. Что-то бабка затихла. С одной стороны это радует, а с другой стороны пугает. А вдруг она готовит план по похищению меня? Нифига себе. Черт. Аллах акбар, мазафака, водафака. У меня дверь как решето теперь. Но то, что она сказала про Аллах акбар и мазафаку, это просто дикий ржач. Она реально с ума сошла. Набралась каких-то словечек и теперь тут выпендривается. А ну, пука-пука, стуракака и пасибака. Асака-ныка-сыка, сканыда-дыка-сыса. Тысни чурка чня, пынедыня каламыня, кукусана абсусала баба клава. Кстати, я чеченка по национальности.
У меня дом в Грозном и лве шикарные лошади. Хотя, нет, я не чеченка, я араб Калах Акбарарабар. Мой муж нефтяник, а я один раз ему вышку нефтяную испалила. За это он меня убил. А я возродилась в другой стране в поезде. Я араба чеченка. Короче, я католическая мусульманка. Боже мой, мамочки, какой ужас. Вот что делает алкоголь и сильные наркотики. Бедная бабушка, что-то мне ее жалко стало. Аллах Акбар, мазафака. Капец. У меня аж камера отключилась от испуга. Я не знаю, что там сзади мне взорвалось, но меня едва не контузило от ее Аллах Акбар, мазафаки. У меня есть подозрение, что у состава минус нулись два вагона. Ничего страшного, диспетчер же не захотел мне помогать. Вот сами виноваты. Самое огорчающее это то, что эта чечено-арабская баба-яга осталась невредимая. Я не чеченка, я не арабка. Я самая настоящая баба Витлер. Кстати, моего папу звали Кейсанчук Писнатун. Нет, с этим надо что-то делать. Она какая-то бахнутая. Надо ее сдуть к чертям собачьим. Только как это сделать? Опа, я придумал. Сейчас открою двери у состава. Она прямо на дверь облокотилась. Ну все, крышка тебе, баба Гитлер. Ой, пипец. А вашу мать? Ой, господи. Черт возьми. Почему меня сдуло, а не ту бабушку-террористку? Ну что за несправедливость такая? Ну как так-то? Блин, теперь я сижу весь в синяках на рельсах в полной темноте в тоннеле. Блин, чё делать? Где эта чертова бабка? Я ее уничтожу, когда увижу. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. А я тут буду ждать, когда меня переедет поезд, наверное. Спасибо тебе, Господи. Меня спасла Библия.